Здорово, хулиганы, как ваш ничего, с вами Айрон Друг. Мы продолжаем проходить Doom Плутония с Джонни's Doom. Как обычно, мы застряли не понять где. Как обычно, игра не дает нам никаких подсказок о том, как же выбраться живым. Нам приходится долго лазить по уровню, рисковать своей сракой. И в итоге либо умирать довольно болезненно и медленно, либо... выигрывать, находить выход. Порой второе маловероятно. Порой. Особенно сейчас. Чем я вам говорю? Вы поняли, да? О! Кто-то выжил после такого. По-моему, вот этот замечатель, который открывает выход. Да вообще не смешно, ребята. Хватит плутония, хватит меня троллить. Как я убью этого говнюка, блин? С чего? Он откроет дверь и выскочит оттуда. У меня в руках будет БФГ. Ладно. Пытаться, в принципе, можно. А нет, это не то. И открыло совсем не то. Я-то думал, опа, опа, опа. Уровень пройден. Хэппи-эндинг. Хрена с два. Не-не, упор его, это самоубийство убивать. Я знаю. Да ладно, я ему ни черта не снял. Жопу это. И все. Это был наш финал. Так. Так, так, так. Так, так, так. Кибердемон-то неприятно, но куда валить с этого уровня-то дальше? Но особенно кирпичей у меня нету. У меня только есть свои. Может. Кажется, кто-то не знает, что делать, да? Это атака, по-моему, это как его. Копытом топать. Так. Не надо мне все помнить, да? Вот. Это более интересный расклад. А то, блин, любят мне всякие мешать. Да, было бы хреново сдохнуть от рук обычного зомби после стольких жертв. Так, чё куда, куда чё? Так, мы тут уже были. Нам туда, походу, надо как-то. Как мы туда доберемся? Так. Может, как-нибудь на парапет заскочить, не знаю. Я не ассасин, но, блин. Там портал и кнопка, очевидно, выход с того уровня. Дайте мне вылезти отсюда. Так.
Конечно, интересно, но как куда залазить? А это искать нужный портал теперь, блин. Зараза, когда в первый раз играешь, это такой геморрой. 50 тысяч раз лазишь по одному и тому же месту. Зашибись. Все замечательно. Сюда. А тут что? Сюда. Хрен там. Тык-тык-тык-тык. А это что? Оу, как раз. Да, я это тоже слышу. Это колонны, которые заграждали выход. Поэтому, потому что если это не они, я взорву все из БФГ, весь этот сраный уровень. Вот то-то же. Бойтесь меня. Так, следующий уровень. Death Domain. Вотчина смерти. Да, как обычно, нас начинают садить с первых секунд игры. Опять спрятаться негде, опять мы на открытом пространстве. Опять бегаем по уровню, как потерявшийся кот. Оу, прям в лицо. В лицо. Довольно. Хватит это терпеть. Вам такая хрень, а? Никак, потому что я сам себя убил. Ладно. Круто не получилось сделать. А вы еще не сразу умираете после супершотгана, да? Да! Плутония, вся плутония, блин, в одном уровне. Пулеметчики. Сраные. Резонанты. Теперь еще и арахнотроны. Ради разнообразия, полное понимание. Разнообразие было. Что такое? Мне кажется, или... Шотган потерял свою мощь в какой-то момент. Окей. Ух ты, можно вздохнуть свободно. Временно. Канализация. Чё, тема, да. Меня типа как не видит, да. Снимся в голову. Частичная невидимость, да? Ты не заметил. А нет. Вот, никакого толку с них вообще. Животные. Ты что? Я тут застрял надолго. Где кнопки какие-нибудь, блин? О, там уже целая вечеринка собралась. Надоело, серьезно. Ладно, снова играем в игру «Выживи хоть как-нибудь». Так.
Никого. Никого. Сколько арахнотронов. Окей. Минус команда говнюков, которые хотели меня убить на первом этаже. Это первый этаж. Ты не попадешь. А я попаду. Собака! Не, ну это надо, а. Ненавижу. Просто ненавижу сраных пулеметчиков. Что это за хрень? Всегда хотел узнать. Что, их тут решили вообще всех пулеметчиков со всех игр серии Doom лишних собрать? С Doom 1, с Doom 2, с Evolution. Пипец, как раздражает, а. Так, понял. Туда не пойдем. Потому что если мы выйдем из синей двери без ключа, назад мы уже не зайдем. Окей. Есть. Так, окей. Начну из ракеты стрелять, сам себя покалечу. Рисковая тема. На тебя! Будешь знать. Садить меня с своего пулемета. Так, один патрон остался. Может, голову пустить? Так. Там мы были. Тут была желтая карточка. Тут мы были, интересно. Кому-то на этот пулемет класть. Я его убиваю. Отлично. Че открылось? Ясно, ничего хорошего опять. Этого конца возможно убить, а вот с этого нет. Охрененное вообще дело. Мешает вам быть говнюками, но все равно намек понял. Стоп, это же начало уровня. Это сраное начало уровня. Ладно. Окей. Оу. Как можно? Умри. А там манку была. Отсюда вижу. Пускай эта рожа будет здесь. И тут самое место. Кислый. Покалечу вас руками хоть немного. Так, 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 так. И
И чё дальше? Нефиг мне тут жизнь портить. Чё, какая-то кнопка, не понять, что делающая. О, вот это плохо. Очень плохо. Вон. А вот не надо все. Все. Нет, блядь, я же. Каким-то чудом я выжил. А я уже сдался. Не надо сдаваться раньше времени. Так. Погодите, мы тут были. Тут я еще клипался через эту стенку. Что мы открыли? Сюда. Да, так, туда мы не пойдем. Что-то открыли, слышите? А, вот эту дверь мы открываем как раз. Понял, понял. Сколько там? Блин, ну, я даже не знаю уже куда тратить. Что делает там этот кусок говна? Да дальше, вот что меня волнует и интересует одновременно. Ух ты, что оно здесь делает? Ребята, не люблю вас, мусор. А вот и желание. Ладно. Дальше куда? Кто-то здесь не пробежит. Кто-то сдумаешь, называется БФГ. Все мы косячим понемножку. Вернемся к нашим баранам. Как отсюда выбраться? Стоять. Что за нахрен? Фальш-панель есть, и есть фальш... перила. Фальш-перила, блин. Ой, цирк. Цирк же питон. Так, ты открываться не хочешь, да? Ну и хрен с тобой. Я вообще тут проездом. Опять косяки в текстурах, что ли? Не, видите, тут нормально. Тык. Так, ладно. Идем-с. Блин, у этого уровня будет какое-нибудь логическое завершение, не знаю. О, вот оно. Дозвоним, давайте засунем синий ключ в задницу. И после этого главный герой сунет... Сраные порталы. У меня другого слова уже нету. Погодите, я через эту дверь выходил.
ничего интересного. Кто там мой? Так, я бы мог 10 раз оттуда смыться. Ладно. Хорошо, хорошо. Следующий уровень Slayer. Вы пробили свой путь в самое сердце адского улья. Время для найти и уничтожить. Время для миссии найти и уничтожить. Вы ищете хранителя врат, чьи ужасные порождения лазят по земле. Да, он плохой, но вы знаете, кто гораздо хуже. Злобно улыбаетесь, вы проверяете ваше снаряжение и готовитесь надсовать этому ублюдку по самое не хочу. А совать ему по самое не хочу мы будем в следующий раз. На этом все, хулиганы. Увидимся в следующий раз. С вами был Iron Друг. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Жуйте жвачку, любите игры. И до скорого.